Дорогие друзья, вы, наверное, обратили внимание, что каждый свой приезд обязательно стараюсь посетить микрорайоны города Саратова, поселки города Саратова, Жасминка, Поливановка, Елшанка. Планирую в будущем посетить Нижний Рынник, другие микрорайоны. Нам необходимо сделать все для того, чтобы уже в будущем году существовали программы развития областные, городские, этих поселков. Чтобы жизнь в поселках, которые входят в городскую черту, не отличалась от жизни в центре города Саратова. Там должны быть хорошие поликлиники, школы, садики. А начать необходимо с дорог. Важно, чтобы человек мог, не выезжая в центр, ходить в парк, с ребенком отдохнуть и найти возможным посетить представление в Доме культуры, который должен быть в этом микрорайоне или в этом поселке. Должно быть спортивное учреждение. Надеюсь, что до конца года мы обсудим вопрос с городскими властями, как начнут решать проблему дорог и тротуаров в наших поселках и микрорайонах на будущий год, потому что решения, принятые в этой части, позволяют это сделать. У нас на будущий год порядка 1 миллиард будет выделено по программе безопасной качественной дороги на город Саратов. 1 200 000 передан из областного бюджета в рамках транспортного налога. 500 миллионов будет выделено на тротуары. Надеюсь, еще дополнительно в начале года, а может быть в конце получится, найти более 300 миллионов на тротуары для того, чтобы в исторической части города мы их завершили 100% от Соколовой до 2-й Садовой, от набережной до Аткарской. Ну и, конечно, на будущий год, вот после обсуждения достаточно такого скрупулезного ситуации по поселкам, планируем начинать эту работу уже и в Жасминке, и в Поливановке, где был в Елшанке продолжать работу, в Нижнем Рейнике, в Агафоновке, на Пролетарке. Поэтому вы со своей стороны можете высказывать предложения. Потому что не все видится. Когда посещаешь, невозможно ознакомиться со всеми проблемами. Паблик нам помогает это делать. Потому что, когда вы говорите о проблемах рядом с вами, сразу совершенно становится понятным ситуация, и можно уже по ней искать решение. И это будет сделано обязательно. Спасибо.